Диман, привезите Андрюху в Таиланд. Вот смехота-то будет. Да. Проблем у меня будет. Во. Точно, блин. Андрюху только если это... Без рации. А просто на частном каком-нибудь самолете его не выпустить никуда. Ну что вы не понимаете, что ли? Ну. Да не, было бы прикольно, ребят. Андрюха на самом деле прикольный этот мужик. Вот. Пацанчик прикольный. Андрюха, да. Ну, сколько, конечно, там всяких моментов было. Но я вот на самом деле про него, в принципе, плохой не могу ничего сказать. Ну, он такой, какой он есть. Вот. Андрюха есть Андрюха. Вот, и все уже давным-давно, кто там с первых серий, блядь, смотрите. Андрюха — это Андрюха. Андрюха, да, прикольный сам по себе. Но он все равно, вот честно, вот если поговорить, он все равно ведь, да? То есть, допустим, если без съемок, там, без нас, ну тогда раньше с Гашиком там, он все равно где-то в компании, ну, допустим, где-то в компании, где выпивает там с мужиками, он все равно себя по-другому ведет, или нет? Ты не замечал такого? Нет, по-другому, но Димана, он по-другому себя ведет. Он, знаешь, когда вот его начинаешь снимать, он как будто в роль уже понимает, да? То есть он как будто в роли входит. Ну да, у него как это. Да, да. То есть он такой, сразу уже, такой. Уже на автомате. На автомате, да. То есть он уже привык к камере, там, вот это вот все. А когда он с мужиками, мне кажется, он по-другому себя ведет. Он с мужиками-то может то исполнить. Видели бы. Там и камеры не надо никакой. Ну... Видели бы. А? Я тогда думал, он действительно усядется. Ну ладно, мы не будем, зачем, ну, это? Нет. Это их личное там. Не, совсем. Ну, на самом деле было страшно, он потом-то, блин, Васька, это правда, я говорю, ты крив, да это неправда. А что он сделал такое? Ну так, чисто завалированно. Да, короче, один начал бить там мужика, и Андрюша тоже начал. А, ну это давно было, когда, ну, да? Да, когда, да. Ну, я понял. Я тебе позвонил, когда что-то сказал, пришел. Да, да, да. Ну, блин, Андрюш такой, да. Как говорится, прикольно, не прикольно, а, как говорится, видосики твои с Владиславом. Вот я, кстати, тоже прикалывался, когда Владиславом. Его Вячеслав зовут. Его тоже прикалывался Владиславом. Досмотрел пока что до дяди Юры, когда вы ему хату сняли, а на следующий день не забухал, а стиркой занялся. Видосы были, во. Мы их тоже смотрим, бывает. Ну, тоже бывает, да, под настроение так раз посмотрим старый видосик. Ну, и, кстати, здесь тоже смотрели. И так, чисто, когда вот делать нехера, тоже смотрим. Да-да-да-да, дядя Юра в чем нуждается? Я сейчас не там, я с дядей Юрой не общаюсь, вот так скажу. Мы созванивались, помогали, там, и Гриша скидывал там бабки, там, 15 тысяч, там, скинул дрова, там, свет мы ему оплатили, там, все остальное. Мы не держим контакт, вот так скажу. Дядя Юра на своей волне летает. То есть живет на ниточке, а летает на своей волне. То, что этот человек... Да, конечно, это наш старый, базара нет. Я не знаю, в чем он нуждается. Честно, я не знаю. Вот. Может, там, я не знаю, там, Гашек может съездить, там, хер знает. Но мне настолько просто стало наплевать, то, что человек там, еле там... Ну вот, давай рассудим просто вот так вот. Человек просто ходил, вот, допустим, еле-еле. Ему помогали. Да. Он сейчас встал на ноги, ему похуй. Ну, может, и не встал до конца. Ну, то есть, вот, ну, похуй, да. Ну, а похуй, почему мы должны, блядь, о нем суетиться? Если человеку похуй. Ну, мне приехать, блядь, дядя Юра, на руки взять. Дядя Юра, дядя Юра, не пей, дядя Юра. Не пей, мой хороший. Не надо, живи хорошо. Такого не будет. Ну, правда. Это его жизнь, пускай, как бы. Это его тема. Вот, я старался как-то даже здесь, типа там, ну, блин, Любка тоже говорила. Вон. А, кстати, давай Любке позвоним. А Любке не позвонишь никак, блин. Хотя можно позвонить. Вот, ну, как-то так, да. Ну, я не хочу там всякой херни какие-то говорить. Ну, дядя Юр такой, ну, блин, ну, так. Он живет в своем доме. Там, что у него происходит? Ну... На данный момент мы не знаем. Почему за меня никогда никто не интересуется? Ну, я, опять же, не про всех. Как у меня, допустим, там дела? Почему я должен, за дядю Юру, за того, которому оплатили долг, оплатили то, еще денег взяли, потом дрова ему привезли. Ему, на все, ёпта. И он опять
И звонит: Дим, на 150 скинь. Мы вчера отметили. Мы вчера отметили, скинь. Да мне это надо, ёпта.